такое физика, вы спросите, друзья. Я скажу вам коротко, без физики нельзя. Физика, наука, наш хороший друг. В этом убедиться могут все вокруг. А чего на землю падает листва? Сила притяжения каждому нужна. Почему по проводу электрон бежит, а потом от этого лампочка горит? Кто понять поможет? Физика! Магнитное поле. Магнитное поле было обнаружено опытным путем. Проводились эксперименты с взаимодействием постоянных магнитов. И особый интерес представляли законы взаимодействия проводников, по которым пропускался электрический ток. Итак, поля, которые возникают в пространстве, окружающем постоянные магниты и токи, называются магнитами. Из опытов по изучению магнитного поля было установлено: первое. Движущиеся заряды создают магнитное поле в пространстве. Второе. Магнитное поле действует только на движущиеся заряды. Магнитное поле само по себе не видно. Его можно увидеть с помощью металлических опилок и постоянного магнита или тока в проводнике. Вот несколько опытов, проведенных с постоянным магнитом. Первый опыт. Нам необходим закрытый сосуд с отверстием по центру. Сосуд заполняют жидкостью и помещают железные опилки. В отверстие посередине сосуда двигают постоянный магнит. И видим, как металлические опилки выстраиваются по магнитным силовым линиям в виде дуги, которая тянется от полюса северного к полюсу противоположному, то есть южному. Получается непрерывное овальное образование магнитных силовых линий. Второй опыт. Подвешиваем постоянный магнит, а рядом с ним подбрасываем металлическую пыль. Смотрим в замедленной съемке и опять видим, какой характер носит вид магнитного поля. Образовываются дуги магнитных силовых линий. И последний опыт. По катушке пропускаем электрический ток и видим, как металлические опилки выстраиваются в виде образования из круглых магнитных силовых линий. Кто понять поможет? Физика! Направление магнитного поля – рамка с током. Для исследования свойств магнитного поля используется рамка с током. Она представляет собой замкнутый плоский контур с током. Воздействие магнитного поля на рамку с током зависит от формы, расположения рамки, а также от направления тока в контуре. Ориентация рамки с током в пространстве определяется направлением нормали N к контуру. За положительное направление нормали принимается направление, связанное с током правилом правого винта. Другое название – правило Буравчика. Как же определить направление? Кто понять поможет? Физика! Направление поступательного движения правого винта определяется вращением головки винта в направлении тока, текущего в контуре. Магнитное поле оказывает ориентирующее действие на плоский контур с током. Как итог, после взаимодействия рамка с током поворачивается определенным образом. Таким образом можно определить направление магнитного поля. N – северный полюс, а S – южный полюс магнитной стрелки. Чтобы определить направление магнитного поля в данной точке, необходимо поместить в данную точку магнитную стрелку. Направление, совпадающее с направлением силы, действующей на северный полюс магнитной стрелки, будет совпадать с
направлением магнитного поля. Также можем поместить свободно подвешенную рамку с током в данную точку поля. И тогда положительная нормаль к рамке совпадет с направлением магнитного поля. Кто понять поможет? Физика! Вектор магнитной индукции. Во внешнее магнитное поле помещают рамку с током. Вращающий момент сил, который действует со стороны внешнего магнитного поля на плоский контур с током, зависит как от свойств магнитного поля, так и рамки с током. Вращающий момент сил определяется как векторное произведение вектора магнитного момента рамки с током на вектор магнитной индукции, где P с индексом m – это вектор магнитного момента рамки с током, B – вектор магнитной индукции. Силовая характеристика магнитного поля. Кто понять поможет? Физика! Скалярная величина момента определяется формулой. Момент сил равен произведению магнитного момента на магнитную индукцию и на синус угла альфа. Альфа – угол между векторами магнитным моментом и магнитной индукцией. Кто понять поможет? Физика! Визуализировать действие вращающего момента можно при помощи компьютерной анимации, в которой видно, как вращается рамка между полюсами постоянного магнита. Проведем очень простой опыт. Для этого нужен проводящий неодимый магнит, батарейка и проводящая медная спираль или рамка. Магнит примагничивается к отрицательному полюсу батарейки. Проводящая спираль служит, чтобы соединить плюс и минус батарейки. По медной спирали течет ток, и соответственно ток также течет в неодимовом магните. Магнитное поле, создаваемое магнитом, действует на ток в магните и на ток в медном проводящем контуре, и спираль начинает вращаться. Такой же опыт можно провести с медной рамкой. Кто понять поможет? Физика! Для плоского контура с током магнитный момент определяется по формуле. Произведение силы тока в рамке на площадь поверхности рамки и единичный вектор нормали поверхности рамки, где S – площадь поверхности рамки, N – единичный вектор нормали поверхности рамки. Кто понять поможет? Физика! В этом случае вращающий момент можно записать в виде произведения силы тока в рамке на площадь рамки и на векторное произведение единичного вектора нормали поверхности рамки и вектора магнитной индукции. Если в данную точку магнитного поля помещать рамки с различными магнитными моментами, то на них действуют различные вращающие моменты. Но отношение максимального вращающего момента сил к магнитному моменту рамки с током одинаково для всех контуров. Кто понять поможет? Физика! Вектор магнитной индукции B – силовая характеристика магнитного поля и определяется максимальным вращающим моментом, действующим на рамку с магнитным моментом равным единице, когда нормаль к рамке перпендикулярна направлению поля. Другими словами, вектор B равен максимальному значению вращающего момента сил при магнитном моменте равном единице. Магнитное поле графически изображают с помощью линий магнитной индукции. Это линии, касательные которым каждой точке совпадает с направлением вектора B. Линии магнитной индукции всегда замкнуты и охватывают проводники с током. Единица измерения магнитной индукции – Тесла. Кто понять поможет? Физика! С физикой ложусь я, с физикой стою, на уроке физики.